Воскресная семейка всех приветствует. Хорошего дня. Всем хорошего дня. Я украл потолок. У нас завтрак по плану. Сейчас покажем, что мы будем готовить. Так, на сегодняшний момент у нас готово смузи. Творог, банан, нектарин и молоко. Сухой завтрак. Здесь у нас овсяная каша с фруктами. Омлет отправляется в духовку. Вы как-то спрашивали, сколько у нас уходит молока. Мы специально не считаем, но вот эти вот две уже пустые. Третью я случайно выкинула. Ну, я потом уже подумала, что надо снять. И вот здесь вот. То есть вот 4 упаковки молока у нас уходит за утро. Омлет отправляется в духовку. Пока у нас омлет в духовке, я порезала фрукты. Что такое? Говори. Это ты лепишь, да? Такое делаешь? Колянчик у нас очень хорошо лепит. Надо будет как-нибудь показать. Очень красоту наводит. Да, покажем как-нибудь. Так, у тебя что? У меня нет ничего. Ничего нету. Да. У тебя как настроение? Идеально. Прям идеальное? Да. Прекрасно. Мы же еще покажем наших самоедиков. Товарищ Оскар. Моя малышка Дейзи. Мы вчера были в очень красивом месте. Сейчас покажу, как это было. Телефоны, морские прогулки. Хорошая лодка, видишь, какая? Так что, если будете в Таганроге, обязательно посещайте красивые места. Ну, а мы накрываем дальше завтрак. Люблю омлеты за их идеальность. 5 минут, все готово. Достаем. Все, поставила. Ой, как вкусно, да, пахло омлетом. Да, сейчас. Смотрите, какой. Ой. Ну все, у меня уже вся братва голодная. Да. Получилось просто шикарно. Да я очень обалденно, как пахается это. Ребятки, всем приятного аппетита. Как тебе каша? Обалденная? А тебе? Идеально. А тебе? Обалденно. Идеально.